2019 году больные с сахарным диабетом постоянно обеспечивались препаратами инсулина. Были выделены субвенции государственного бюджета и выделены средства более 1 200 000 гривен из городского бюджета для приобретения инсулина. В конце декабря этого года возникла некая ситуация ввиду того, что некоторые рецепты были не отоварены ввиду закрытия финансового года. Сейчас данный вопрос решен с АКП фармацией, и те рецепты, которые были не отоварены за декабрь месяц, еще раз подчеркиваю, 2019 года, они будут отоварены, и людям будет выдан инсулин. Что касается, хочу успокоить всех по поводу 2020 года. На первый квартал 2020 года у нас есть и субсидия, и выделены деньги из городского бюджета. И с января по март месяц у нас будет бесперебойное обеспечение инсулинами. Что касается ситуации дальше, с 1 апреля в связи с реформой здравоохранения, будем решать. Потому что есть информация о том, что Национальная служба здоровья Украины будет финансировать инсулины как по программе «Доступные лики». А есть другая информация, что это будет с 1 октября. Поэтому в течение этих первых трех месяцев мы будем вовремя реагировать, и для того, чтобы мы могли беспрепятственно и бесперебойно обеспечивать наших больных инсулинами. Поэтому те, кто в декабре месяце оставил рецепты у себя дома или оставил это в межбольничной аптеке, пожалуйста, обратитесь в межбольничную аптеку, и вам за декабрь месяц выдадут все инсулины. И начиная с начала января 2020 года, пожалуйста, приходите уже к своим врачам-эндокринологам, и рецепты, которые будут выписаны на январь, тоже вам выдадут. Обращаю внимание, что были моменты, когда некоторым больным выписывалось немножко наперед. Поэтому мы возьмем эту ситуацию под контролем, и, пожалуйста, то есть месяц в месяц, тогда, чтобы мы контролировали эту ситуацию.